Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу вам показать ритуал чистка финансового пространства, денежного пространства вокруг вас. Конечно, денежное пространство и денежные каналы нужно чистить постоянно, потому что мы в жизни, постоянно в круговороте жизни находимся, вокруг много людей, мы работаем, зарабатываем деньги. Кому-то это не нравится, кому-то мы не нравимся, кто-то завидует, глядя на наши приобретения, на наши достижения и вообще на процветание. Есть такая, кто-то черной завистью завидует, кто-то белая. Есть такой момент, конечно, все мы люди. Поэтому финансовые свои потоки нужно держать под контролем, конечно же, работу, бизнес, сглаз, порчу, зависть и так далее. То есть все это связано, конечно, взаимосвязано. Поэтому сегодня мы будем чистить финансовую сферу. Доходы ваши, достатки, все, что вас кому-то не понравилось, вас сглазили или кто-то конкуренты что-то вам сделали, это все блокирует, конечно, поступление финансов и заработков к вам. Сегодня мы все это будем чистить. Значит, у меня сейчас я зажгу много свечей, здесь есть. Значит, вот здесь есть еще, кроме свечей, у меня есть листики, на которых написаны различные негативы. То есть у кого-то сглаз, порча от конкурентов, порча на бизнес, безденежье и так далее. Вот. Все это тоже будет сгорать вместе со свечами. Все это сгорит, весь этот негатив. Вот. Значит, во время ритуала вы смотрите на свечи, на огонь, конечно. Я буду читать тексты, как всегда. Работает моя личная энергетика и подключение энергии через меня, высшей энергии, высших сил. Я привлекаю помощь. Помощь для себя и для вас, конечно. Мы чистим финансовые потоки с помощью высших сил. Так, значит, вы смотрите во время ритуала на свечи. Можете сбрасывать негатив, мысли, может быть, кого-то вспомните, конкурентов или там каких-то своих бизнесменов, знакомых, родственников и так далее. Обращайте внимание, кто приходит на ум, бывает, с кем-то поругались, ссора отложила отпечаток, наложила на ваши финансы. Тоже есть такие моменты. Ну, хорошо, начнем. Энергетика во время ритуала будет меняться. Может быть, давление в голове, лоб, тяжесть в руках, в ногах. Это все меняется энергетика. Пространство вокруг вас будет очищаться. К концу ритуала даже вы можете почувствовать свежий воздух, легкий воздух вокруг вас. Это тоже будут последствия чистки. Конечно же, воздух мы не чистим, мы чистим пространство, вашу энергетику, внутреннюю и наружную, для того, чтобы легко и свободно к вам поступали финансы.
Сбрасывайте негатив, сбрасывайте неуверенность в работе, в бизнесе, в жизни. Все туда сбрасывать. Все это связано с финансами в том числе. Очищается пространство, легче становится дышать. Очищается пространство вокруг вас для того, чтобы к вам со всех сторон приходили финансы, заработки, подарки, благо. Улучшалось ваше благосостояние. Процветание было во всех сферах жизни и деятельности. Мы очищаем энергетику, снимаем различные препятствия для того, чтобы денежки к вам легко, полегче и лучше со всех сторон, чтобы появлялись у вас новые возможности, привлекаем к вам. Спонсоры, чтобы привлекались к вам, просто люди вам дарили подарки, увеличивали заработки, появлялись непредвиденные, незапланированные поступления денежек к вам и ко мне. Все блокировки сгорают, сжигаем весь, все блокировки, которые у нас в голове. Неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в работе, в заработках, в бизнесе. Все это сбрасывайте в огонь. Пусть это все сгорает. Это все психологические блокировки. Открываем дороги, чистим дороги для поступления, для развития бизнеса, для увеличения заработков. Привлекаю финансы ко всем, к тем, к людям, кто будут смотреть этот ритуал. Пусть легко в ближайшее время начнут поступать финансы, увеличатся денежные потоки, увеличатся заработки всем, кто смотрит этот ритуал, мне в том числе. Денежки идут со всех сторон, легко, беспрепятственно. Конечно же, кому-то придут в виде подарков, а кто-то заработает больше. Увеличиваем поступление денежных средств. Увеличиваем благосостояние свое. Всех, кто смотрит этот ритуал, пусть Вселенная поможет увеличить
улучшить финансовое положение, материальное всех, кто смотрит этот ритуал. В пламени свечи сгорает весь негатив, который блокировал поступление финансов, денег, заработков, материальных благ. Все это сгорает, весь негатив. Открываются дороги, открывается пространство, очищается вокруг вас и меня, вокруг нас, всех, кто смотрит этот ритуал. В любое время, когда вы будете смотреть этот ритуал, независимо от времени года, суток, лежа, сидя, как угодно, работает энергетика, очищается пространство вокруг вас, вокруг всех, кто смотрит этот ритуал. Притягивается благо, облегчается приток денег к смотрящим этот ритуал. Ритуал нужно просматривать. Чем больше, тем лучше. Даже находясь в энергетике ритуала, ритуал работает. Можете включать ритуал как фон. Что-то делаете, например, дома в кухне или лежите в кровати уже без сил вечером после работы. Включаете и просто как фон слушаете. Просто телефон лежит с ритуалом рядом, энергетика работает. Я продолжаю. Мы в канале, чистка идет. Даже несмотря на то, что я разговариваю, мой голос тоже обладает очищающей энергетикой. Пусть всем, кто смотрит этот ритуал, в ближайшее время кому-то придут денежки сразу же после ритуала, в этот же день. Я притягиваю финансовые потоки. Я прошу высших сил за вас. Я притягиваю финансы. Улучшаю финансовое состояние, материальное благо притягиваю всем тем, которые смотрят этот ритуал. Свечи горят, сгорает негатив, сгорает, устраняются препятствия, приток, денежки текут к вам рекой со всех сторон. В том числе кто-то заплатит меньше, рассчитывал на одну сумму, раз платеж меньше, например, оказался, или кому-то подарили денежки, или кому-то премию выписали, кто-то получил проценты в денежном эквиваленте. Обращайте внимание, денежки приходят. После моих ритуалов, пожалуйста, я прошу высшие силы помочь нам всем. Ой, я тоже... Мозг очищается, мозг, вибрации настраиваются. Зеваю я не от того, что я хочу спать, нет. Мозг перестраивается во время ритуала. Перестраиваются частоты, меняются. Грязь уходит и приходит... Чистая энергетика, энергия, которая приносит деньги. Вот что. Потому что деньги – это энергия. А бумажки, денежные купюры – это уже на физическом плане энергия. Проявляется на физическом плане в виде денег. Вот что. Притягиваем деньги со всех сторон. Так, сгорает негатив у меня в ритуале, уже сгорает. Свечи уже прогорают, уже начался процесс сгорания бумажек, на которых написан негатив. Ну, собственно, свечи горят, негатив уже уходит. И пространство... очищается вокруг нас денежное финансовое пространство. Усиливаются финансовые потоки со всех сторон, финансовые возможности, счастливые случаи у кого-то будут.
придут. А как интересно, свечка, фитилек погас, а потом он опять загорелся. Видите, как интересно горит в ритуале все. Фитилек погас, а потом он загорелся, и бумажка загорелась. Этот ритуал направлен еще и, например, кто болеет, этот ритуал тоже помогает. Потому что во время лечения вы потратите просто меньше денежек, например. Или вы выйдете на хороших специалистов, которые быстрее вас вылечат, и вы потратите меньше денег. Потому что здесь присутствует благодатная энергия. Понимаете, которая благодатно влияет на ваше здоровье в том числе. Так, остатки сейчас негатива сгорают. Энергетика уже поменялась. Хорошо идет сегодня ритуал, хорошо так вот. До последнего не знала, как будет выглядеть ритуал. В каком виде его сделать, чтобы он хорошо работал. Все свои ритуалы я потом пересматриваю. Я точно так же включаю ритуалы, просто смотрю. И каждый раз, как по-новому, зеваю, слезы у меня выходят от моих же ритуалов, которые я смотрю, свои же у себя на канале. Точно так же, как вы все. Ритуалы рабочие. Я проверяю, потому что когда я нахожусь в ритуале, это одна энергетика. А когда пройдет немножко времени и переслушаешь свой, пересмотришь ритуал, четко чувствуешь энергетику. Так, негатив сгорает. Я сейчас добавила немножко, усилила еще. Обязательно сделайте откуп. А по поводу откупов я уже рассказывала ранее. Обязательно для того, чтобы к вам пришли деньги, нужно дать где-нибудь маленькие деньги, чтобы пришли к вам большие. Это называется откуп или закуп на будущее. Для того, чтобы пришли к вам денежки, нужно открыть пространство. Ну, собственно, я-то пространство уже сегодня к вам почистила. Меня пространство знает как мастера, поэтому ритуал вам сделала я. Поэтому, пожалуйста, можете мне кинуть на карту за мои деньги, за мою работу любые деньги, любые, какие хотите. Номер карты будет под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У меня всегда что-то будет интересное, новенькое. Все мои ритуалы хорошо работают. Особенно, я смотрю, вам нравятся мои чистки. Да, чистки у меня получаются очень хорошо. Разные чистки, энергетика разная. Откуп вы поняли, обязательно делайте. Вы покупаете себе свое финансовое благополучие. Хотя процесс уже пошел. Я вам уже негатив сняла, открыла пространство для того, чтобы денежки к вам приходили. И ко мне тоже. Вроде бы все я вам сегодня сказала, свечи догорают, энергетика проработала. А просматривайте ритуал много раз,
Даже когда у вас после работы нету сил, пожалуйста, можете смотреть на огонь, можете не смотреть на огонь, ритуал работает. И восстановление сил у вас будет после ритуала тоже. Пожалуйста.